Всем добрый день. Ребята, у нас сегодня достаточно пасмурный денек. Погодка не очень. Но зато вон летает бабочка. Не знаю, вам, наверное, не видно, но тем не менее, поверьте мне на слово. Хотелось, чтобы поверили. Действительно, в прямом смысле этого слова пролетела бабочка такая летняя достаточно. Я не знаю, какой у нее там сорт вид. Дождик моросит и моросит уже, если честно, поддостал немножечко. Море вроде бы успокаивается потихоньку. Ну и горизонт дает надежду нам, что возможно вечером будет нормальный закат. Море отступило. Видите, извините, зонтик. И причем, знаете, так очень заметно отступило, такой пляж расширился. Стал каким-то ровным, подозрительно. Как будто по нему каток прошелся. Все так же шумит, все так же бурлит. Ничего не изменилось за целый день. Температура приблизительно 14 градусов. Но то море чуть-чуть попрохладнее. Не очень себя комфортно так ощущаю. Вот такая вот у нас обстановочка на сегодня. К сожалению, весьма сейчас занят, как бы некогда заниматься роликами. Тем не менее, у вас они будут. Завтра я вообще уезжаю, скажу вам по секрету, на пару дней в Сочи. Надеюсь, что выложу вам коротенькие видео. Ну, это, в принципе, можно заканчивать наш ролик. Дневной обзор вот такой вот. Мрачно, пасмурно и дождик. Людей на улицах по-прежнему мало. Клумбы зеленые, дома мокрые. Я думаю, на этом можно уже завершать наш ролик, так как ничего нового я вам рассказать не могу. Всем пока!